Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проводить Trails in the Sky. В прошлой серии, как вы помните, мы зашли во врата Хакена, да, и, в принципе, попытались узнать какую-то информацию, но, к сожалению, Стелли нас спалил, и из-за этого мы теперь, собственно говоря, страдаем. Тем не менее, сейчас мы вернемся в босс и посмотрим, что же нас ждет там. Это неплохая идея. Однако. Да, полагаю. Уж про наше время точно такое можно сказать. Хороший план. Так сразу обрадовался. А, покушать-то явно не дурак. Хорошо. Оу. Вот оно как. Уж не приукрашиваешь ли ты свои способности, Оливер? О, конечно, конечно. И вам не хворать. Любитель прекрасного. Похититель любви. Да. Да, представляю, что тут можно воротить. Да уж, это точно, Жошу. Ты прав. Он явно не похож на этот идеал. Ну, не, я бы не назвал его прям совсем ненормальным, так, чуть-чуть странноватый. Но да, вполне возможно, что это связано. Да, было бы неплохо. Было бы неплохо все это сделать. Однако, мы, конечно, заглянем в гильдию и узнаем, что нас ждет несколько новых поручений. И мы займемся ими прямо сейчас. Потому что все они довольно срочные. И да, вот эти два квеста мы выполним, в принципе, одновременно, потому что они находятся в одном и том же месте. В долине Небл, так или иначе. А этим мы займемся чуточку попозже. Собственно говоря, предлагаю заняться именно этими квестами сначала. Но для начала заглянем на рынок. Только у нас же вроде был медвежий коготь. Ну, мы собирали его еще в Миствальде. Ага, ну понятно, да. Ну да, все понятно. Ну, естественно, другого выхода у нас нет. Единственное, чего я не понимаю, почему нам не подходит медвежий ковы, который мы находили в Роланте. То бишь, у нас их три штуки целых осталось. Странно. Ладно, неважно. В любом случае, я знаю, где его искать. Поэтому отправимся туда. Путь будет не близкий, поэтому я немножко сокращу время для него. Ну что ж, мы добрались, так что пойдемте дальше. Собственно, да, мы здесь уже были, как вы помните, но с неофициальным визитом. Теперь же мы здесь официально. И для начала сходим сюда. Так, и сразу же, пока я не забыл, сделаем так. Монстр здесь опасный, я бы не хотел с ними сталкиваться. Непредвиденно. Спокойно.
собственно, вот он. Вережок, где мы здесь отсюда же видим. Да, вот он точно. Плохо видно, но вот он, да. Собственно, туда нам и нужно. Так. Сейчас только вспомнить, когда туда проникнуть. Для начала определенно сходим сюда. Здесь у нас есть домик. А в домике нас ждет... отдых. Тут, помните, это место, здесь можно бесплатно отдохнуть. Это приятно. Спасибо. Неплохо, спасибо. Что еще тут есть? Интересно. Давайте-ка возьмем. Лечит печать. Окей, учтем. Больше, я тут понимаю, ничего, да, брать? Ну, да. Окей. Стоп, а почему у Джошуа одно хп? Это каким образом? Это что за глюки такие? И CP у него почему-то упало до 100. Так, я не понял. Секундочку. Понятно. Я понял. Опасное блюдо. Схорнюсь-ка на всякий случай перед ним. Я забыл, что он такой, у нас такой способен. Да, теперь это подействовало на Шеру. Угу. Печально. Ладно, давайте тогда займемся этим чуть позже. Черт бы с ним. Я просто куплю у него вот это вот дело. И закончим на этом. Неприятно, неприятно. Ну да ладно. Так или иначе, нам нужно пробраться к медвежьему когтю. В принципе, помимо когтя там будет еще кое-что интересное, но об этом чуть позже. Так, вот он. Небел. Да уж, это точно. Растешь, но тем не менее ответственность на тебе уже высокая лежит, так что... не оправдание. Согласен с Джошуа. Так или иначе... так, назад не будешь нас есть? Не будешь. Вот эти, кстати, особенно опасные. Старайтесь не попадаться им на глаза. Тихо. Хорошо, идем дальше. Так, и здесь нас интересует этот сундучок. Угу, отлично. Собственно, это ботинки, которые лучше, чем наши нынешние. Что, я думаю, неплохо. Как тут меньше защиты. Шеры. Ну вот еда что дадим. Так, больше здесь, по идее, ничего нет, да? Ага, здесь типа тупик. Но если вы присмотритесь, да, здесь как будто бы что-то есть, типа прохода. Интересно, что бы это значило. Ну ладно. В общем-то, больше нас здесь ничего не держит в любом случае, поэтому можно текать отсюда. Итак, мы вернулись сначала до долины, и теперь нужно идти налево. Тихо, не надо кушать, спасибо. Вот наша цель задания. Ну, вы помните этот сундук, в принципе. Мы тут уже были. И как видите, да, если бы мы пришли туда... если бы мы пришли туда пораньше, забрали это оружие, и монстра там этого еще не было. А вот теперь он там есть, поэтому... постарайтесь все-таки поскорее добраться до этого сундука, иначе потом у вас будут большие проблемы.
Ну, ну конечно же. Ух ты ж. А, неважно, я загружусь. Простите. В общем, в любом случае, вы знаете, как добраться до этого места, поэтому я просто прокручу сейчас до непосредственно встречи с монстром. Итак, мы добрались. И сразу скажу, эта битва будет очень сложная, потому что это достаточно суровый монстр. Тогда нужно немножко подготовиться к нему. У них нет площадных заклинаний, поэтому нам, в принципе, можно спокойненько стать вместе. Это пригодится, поверьте мне. И что еще нам понадобится? В принципе, у нас есть все, что нам нужно. Да, у нас есть все, что нам нужно. Даже эту вещь нужно взять. Да, вот. У всех есть врата ада. Да, у всех. Отлично. У всех есть копье тени, но, в принципе, не страшно. Что же, сохранимся тогда. И в бой. Значит, здесь у нас три разных монстра. Этот слаб к огню. Эти два тоже слабы к огню. Эти два слабы к воде. Начать предлагаю вот этих двух передних, потому что так можно задеть двух нашим заклинанием, которые нам очень сильно помогут. Хотя, если вы будете бить по нему, то он почему-то не задевает этих двух. Не знаю, с чем это связано. Они будут использовать только магию, сразу подтверждаю. И не очень больно кусаются. Угу. Лучше покинуть сразу, иначе потом могут быть большие проблемы. Да еще и крит, неприятно. Ну, еще и покинуться, ну конечно. Как же иначе? Что-то площадное исключительно. Ну это рип, очевидно. А может и нет. Кстати, именно поэтому их лучше не бить в ближнем бою. Ну да, Рип Джошуа. Окей, я понял. Yeah.
Это пример того, как можно пройти эту битву с потерями, сложно и не очень эффективно. Теперь же будет показан пример того, как надо на самом деле проходить эту битву. Ну вот и все, мы с ним справились. Справедливо хочу отметить, что это, наверное, самая сложная битва первой главы, то бишь самая сложная битва в боссе. Ну, я думаю, вы и сами заметили, почему. Вот. Как бы не знаю, мне она кажется наиболее сложной из всех, что здесь в этой главе представлено. Даже, наверное, финальный босс будет попроще. Хотя тоже... придется намучиться, но в любом случае она не займет столько времени, сколько заняла эта битва, потому что эта битва действительно очень и очень неприятная. Но, тем не менее, встретимся с вами, наверное, уже около третьего квеста, который связан уже непосредственно с другим монстром, который находится на западном тракте. Ну, я покажу, как туда пройти. Скоро буду. Ну что ж, мы с вами в Боусе, и время заняться последним монстром на сегодня. Не очень хорошо помню, где именно он находится, но думаю, что я без труда найду его. Я точно помню, что он в этой стороне, но где конкретно? Ну, я думаю, мимо мы точно пройдем. Главное соблюдать осторожность. О, не-не-не-не-не-не, давайте без вас, пожалуйста. Мы с вами уже виделись только что, и я не горю желанием снова с вами сражаться. Спасибо. Так, ну, по идее, где-то здесь он должен быть. Около пятого фонарного столба. Это третий. Это четвертый.
Это пятый, ну да, вот он, нашел. Угу. Так, для начала. Здесь у нас будет другая тактика. Этот слаб к земле, поэтому воспользуемся этим. Кстати говоря, да, знаете, что мы сделаем еще? Чтобы все-таки у Шера тоже был мост Свет Хилл, сделаем так. Что ж, хорошо. Поехали. Ну, такая вот не слишком сложная битва, но тем не менее попадать пришлось. Ну, левелап для Шера. Прекрасно. Много сейф, это тоже очень приятно. О, уклонение 2. Неплохо. Этим мы можем воспользоваться. Ну что ж, на этом у нас завершаются новые побочные квесты, которые мы получили сейчас. И теперь мы можем 100% продвигаться дальше по сюжету. Собственно, чем мы займемся в следующей серии. А пока что попрощаюсь с вами. Что же, спасибо, что смотрели меня. Не забудьте подписаться на канал и зайти в группу. Поставить лайк этому видео, если вам действительно это нравится. И до новых встреч, друзья!